В этом полевом сезоне осуществилась моя давняя мечта. Мы наконец-то смогли съездить к северу от Венева на участок засечной черты, один из самых уникальных, наверное, участков на всем протяжении 400-километровой черты. Это почти 5-километровый участок вала, на котором сделаны были крепости, на котором существовал большой 200 на 100 метров земляной городок. К сожалению, сейчас он распахан, но нам удалось сделать топографическую съемку северной крепости, которая, к счастью, не попала под распашку, и двух небольших крепостей. Ну, в принципе, все, что осталось от этого большого 5-километрового вала. Этот участок черты называется Грабароновы ворота. Находится к северу от города Венева. Ну, Грабароновы ворота получили название по имени деревни близлежащей. Раньше называлось Граворонова или Грайворонова. Это были укрепления, сделанные в конце 16-го и в середине 17 века при участии голландских инженеров. Вал, высокий довольно вал, ров вдоль него. Это земляные крепости, довольно большие, очень большая и две небольшие крепости, то, что сейчас осталось. Так система укреплений, конечно, была гораздо больше и обширнее. Это вот большой городок уничтоженный острог шестиугольный, который тоже распахали, к сожалению, в советское время. Но это уникальный, так сказать, момент для нашей засечной черты. Такого, в принципе, сейчас не осталось нигде больше. Ну, в будущем, я надеюсь, что в самом ближайшем, мы продолжим поиск подобных укреплений или немножко похожих, ну, других, в других местах засечной черты.